К нам присоединяется Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, приветствую вас и приветствую всю нашу аудиторию. Мария, вот после теракта в Крокус-центре, каждый день буквально поступают сообщения о задержаниях, издевательствах, незаконной депортации мигрантов. И представители диаспор даже просят своих граждан не выходить из дома вечером. И буквально вчера вечером силовики устроили такую массовую облаву на складе Wildberries, это Подмосковье, Электросталь. У мигрантов проверяли трудовые патенты, разрешение на жительство, военные билеты. Многих затолкали в автозаки и увезли в военкомат. Скажите, а как далеко вообще все это может зайти? Да? Какие могут начаться процессы внутри России? Во-первых, я думаю, стоит учесть то обстоятельство, что особенно мегаполисы, и в целом Россия, сейчас давайте поговорим в основном о самом таком прожорливом городе Ямы, то есть о Москве, она привыкла, конечно, роскошествовать за счет как раз вот именно трудовых мигрантов. То есть практически весь такой тяжелый физический труд на них уже давным-давно возложен. Имеется в виду это и дворники, это и гастарбайтеры, строители, кстати, которые часто без всяких претензий и особых, знаете ли, требований к условиям труда, там, страховкам и так далее, просто работают, выполняя работу в таких условиях и за такую плату, на которую, скорее всего, не согласились бы москвичи, хотя на эту тему идут разнообразные споры, но учитывая то, с каким количеством мигрантов уживается этот мегаполис, я прихожу к выводу, что все-таки мегаполис напрямую зависит от именно выполнения ими труда, на который, скорее всего, за эти деньги, на эти условия не идут москвичи. Значит, давайте еще обсудим такой момент, который связан с отношениями между Таджикистаном и Москвой, а именно, что там, на границе с Афганистаном, расположена 201-я военная база. И это уже очень давно. Это продлевается. То есть российская военная база, российские военные представлены очень широко в Таджикистане. И теперь мы должны говорить о том, что постоянно там дислоцированы как минимум 7 тысяч военных. А так это все продлевается постоянно. И очередной раз не так давно они продлили нахождение там, соответственно, этой базы аж до 2042 года. Значит, также известно, что вот в этих, тюрьмах таджикских, скажем так, где по разным обстоятельствам люди оказываются, там вот эти представленные широко силовые структуры и особенно ГРУ под видом проповедников мусульманских начинают вербовать наиболее радикальных представителей, потом через лагеря, которые грушники там же и организовывают, они потом действительно внедряют вот таких наиболее радикально настроенных после предварительной подготовки в разнообразные террористические организации, например, в ИГИЛ это было раньше. Но это такие обстоятельства, которые достаточно хорошо известны. И в частности, вот мне вчера в программе Аслан Арцуев рассказал о том, как были в 2016 году просто казнены более 100 чеченцев. Их документами воспользовались, опять-таки, сотрудники ГРУ. И все то же самое, это тот же механизм, то есть инфильтрация ИГИЛа вот этими сотрудниками, которые в дальнейшем начинают внутри разнообразных, не только ИГИЛа, но и всяких других террористических организаций действовать в интересах террористического консорциума под названием «Россия». Как в свое время правильно, по-моему, очень подметил диссидент и правозащитник Владимир Буковский, он сказал, что если бы две ракеты попали направленно на Лубянку, то 80% всех терактов по всему миру прекратились бы. Поэтому я к чему это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что в итоге мигранты отдают лучшие годы своей жизни, скажем так, и не строят свою страну,
Напротив, они едут в мегаполис, ну, вроде Москвы, и там проводят те годы, которые могли бы использовать у себя на родине, но не используют, так как Москва нуждается в этих трудовых мигрантах. То есть мы имеем ситуацию, при которой они, как только достигают трудоспособности и полувозрелого возраста, отправляются в Москву, там проводят все эти годы, часто получают травмы и, так сказать, портят свое здоровье, а туда уже возвращаются обратно в Таджикистан, как бы на пенсию, которая им должна быть выплачена там уже, несмотря на то, что, в общем-то, они, ну, скажем, все свои силы отдали совсем другой стране. Поэтому вот эти слишком даже тесные связи между Таджикистаном и Москвой, они, конечно, ну, как вам сказать, не украшают, скажем так, древнюю историю таджикского народа. Не будем забывать о персидских корнях, о том, что им есть, что вспомнить, Авиценну, например. И в целом это действительно интересный очень народ, который, однако, в последнее время полностью, вот, знаете ли, находится под как-то, я бы даже сказала, сапогом каким-то российским, из-за вот этой базы, из-за постоянной инфильтрации разнообразными сотрудниками, из-за вербовки, из-за того, что этих таджиков используют как им надо во всех отношениях. И вот сейчас мы имеем ситуацию, при которой очень странно, что там, где как раз довольно-таки, ну, как бы все может легко воспламениться, почему-то там как раз начинают сеять раздор и вот дополнительные конфликты. То есть здесь надо задать вопрос, а зачем, собственно, российским властям, которые так много лет используют Таджикистан, власти Таджикистана, лояльность этих властей и вообще огромные потоки трудовых мигрантов, уже не говоря о вербовке и дальнейшей их инфильтрации в разнообразные террористические организации, то вот в этом контексте не совсем понятно, зачем, казалось бы, им вот эту, в общем-то, пороховую бочку поджигать, так как они сами в прямой зависимости находятся вот от этих самых потоков. Тут я должна вам сказать, что история этих взаимоотношений именно трудовых, она тоже претерпевала несколько, в общем, видоизменений, потому что сначала в силу того, что они просто не могли заработать ничего у себя дома, они лавиной, лавинообразно перемещались и искали любую работу, живя в каких-то вагончиках, ну, черт знает в каких условиях и так далее. Потом российские власти постепенно пытались это с выгодой для себя в какой-то степени нормировать. И тогда появился вот этот трудовой патент, который покупался мигрантами. То есть это еще был один дополнительный приток в российскую казну. Но таким образом они становились на некоторый период времени как бы легальными. Дальше начинались эти резиновые квартиры, то есть там, где формально по, значит, регистрировались какие-то сотни, может быть, в одной квартире вот таких вот мигрантов. И, соответственно, это давало дополнительный доход теневой, ну, естественно, коррупционный для всяких, для полиции, для всех этих служб проверяющих, потому что те, которые предоставляли вынужденным вот этим таджикам эти услуги по резиновым квартирам, они, соответственно, носили, как у них принято, то есть это же капиллярная система, значит, дальше из капилляра вот эта коррупционная капелька дальше в вену, сосуд, значит, артерию, большую аорту путинского бассейна. То есть все эти, значит, любые, вернее, скажем так, процессы, которые связаны с миграционной вот этой политикой российской, они всегда настроены на то, чтобы еще больше вынудить их, еще меньше как бы оставлять себе, этим мигрантам, за свой труд, и еще больше отдавать на все эти коррупционные схемы. То есть сейчас, я так понимаю, очередной виток поборов, который связан с вот этими угрозами. Им, с одной стороны, где-то зарабатывать надо, а таким тяжелым и, естественно, неквалифицированным в основной своей массе трудом заработать у себя они не могут, поэтому они заинтересованы в обслуживании этого мегаполиса. И большой вопрос, до какой степени они будут еще там терпеть какие-то дополнительные, значит, в отношении себя облавы, ужесточения, требования, то есть поборы. И когда в конце концов они возропщат, вспомнят о своем историческом прошлом и, наконец-то, заявят о себе, что они не просто какая-то там безликая рабочая сила, а что на самом-то деле на них
фактически не роскошествует эта вавилонская блудница, то есть Москва сегодняшняя. Ну и вот поэтому я хочу вам сказать, что очевидно у них падают доходы. И во многом благодаря, конечно, благодатному огню, который регулярно сходит на разные НПЗ, периодически просачивается в прессу интереснейшая информация о том, как у них уже на носу бензиновый кризис, о том, как им не хватает ни на что буквально денег, а путинские аппетиты от этого не уменьшаются. Все время хочется, значит, тратить на преступную войну, на эту мясорубку, все время хочется туда, а невозможно, потому что это лоскутное одеяло, это Тришкин кафтан. И вот теперь они, значит, попробовали, то есть они со всех пытаются что-то взять для того, чтобы, значит, они как только... То есть эта коррупция, она абсолютно, так сказать, тотальна. Но в данном случае они нашли еще одну группу, которая, как показалось, видимо, полиции наименее защищена в силу температуры, которая поднялась после теракта в Крокусе. Я коротко пробежала по длинным взаимоотношениям между Москвой и Таджикистаном, часть из которых стали, в общем-то, предпосылками к внедрению, как я уже сказала, инфильтрированию сотрудников ГРУ таджикского происхождения иной раз, и далеко не только, в разнообразные террористические организации типа ИГИЛа. Поэтому я просто это к тому говорю, что как и кем была организована атака в Крокусе, это пока еще, ну, вызывает больше вопросов, чем ответов. Противоречий бесконечное количество. Больше всего аналоги проводят с чем-то довольно похожим на этапе, когда Путин только шел к власти, и Патрушев вместе с ним устроили серию терактов, взрывая сначала дома в Москве, потом в Волгодонске и Буйнакске, а затем были пойманы с поличным фактически в Рязани. Ну вот очень многие проводят параллели между тем, что произошло тогда, и тем, что вот произошло в Крокусе, потому что здесь нужно два всего варианта рассматривать. Либо это абсолютная беспомощность российской власти и силовой структуры, раскормленной, разожравшейся на налоги, то есть уже россиян создана такая, казалось бы, силовая машина, то есть конвейер целый, который оказался не в состоянии справиться с кучкой злоумышленников в этом Крокусе. То есть это один достаточно нелицеприятный для российской власти вариант, или второй вариант, что они сами за этим всем стоят. Но знаете, вот тут интересное расследование, я вас перебью, интересное расследование появилось в Bloomberg, и журналисты издания утверждают, что люди как раз из ближайшего окружения Путина считают, что нет никаких доказательств причастности Украины к теракту. А Путину об этом доложили на совещании, и на том же совещании они приняли такое решение, цитирую, использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян в войне с Украиной. Как вам такая версия? Если представить себе, что они вот были каким-то образом действительно... ну, как бы это сказать, застигнуты врасплох, хотя это не может быть такого по той причине, что их предупреждали разведки разнообразные, в том числе разведка Соединенных Штатов, были заявления журналистов и много всего другого, что указывает на то, что, скорее всего, сама подготовка к этому теракту заняла некое время, и поэтому он, например, сгорел. То есть крыша, которая находится, ну как бы вам сказать, не в прямой доступности из вот этого зала, где велась стрельба, поэтому возникают соображения, не было ли там заранее заложено каких-то специальных горючих веществ или подготовка какая-то, может быть, велась, которая как раз просочилась и стала известной, поэтому шли предупреждения. То есть тут надо сказать, что опять мы возвращаемся к трудовым мигрантам, к тому, что опять-таки дворники и, соответственно, уборщики и так далее в этом Крокусе. Все те же самые трудовые мигранты и в основном, кстати, опять таджики, которые в целом могли быть, конечно, и сотрудниками, или использованными вслепую, вот просто так оказавшимися там. Но как ни крути, в любом случае явно видно только взаимодействие двух сил. Это вот их или не их рук дело, то есть террористы из ИГИЛ-К
или они же сами стоят за всем этим. То есть здесь всего два варианта. Значит, никаким образом, и это понятно абсолютно всем, и я думаю, что это не хуже понятно всему окружению Путина, и самое парадоксальное, что это ему и самому. Очевидно, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Это уже комментировалось всеми, и даже направление, в котором двигался автомобиль, который якобы был замечен около Крокуса, он указывает на то, что двигались они в сторону белорусской границы. Тут бы я хотела напомнить нашим зрителям целую серию фильмов. Это в основном выглядит так, как, знаете, одни и те же похожие чемоданы оказываются в разных местах, и вот полфильма люди думают, что это один и тот же чемодан. С автомобилем может быть ровно все то же самое. Очень удобно тонированная крыша белого какого-то автомобиля. Значит, номера эти продублировать для спецслужб ничего не стоит. Если уж на то пошло, это могло быть даже не два, а гораздо больше подобных автомобилей. И это вызывало реакцию по поводу того, как с такой скоростью они вообще могли передвигаться и оказаться в той точке, где в итоге были пойманы. Эти вот пойманные, вроде бы как один из них, был, значит, двумя неделями раньше в этом Крокусе что-то осматривал. То есть это опять-таки могла быть просто, знаете ли, такая часть, маленькое звено всей этой цепочки, что вот этого одного, значит, туда отправили что-то якобы осматривать для того, чтобы он попал на камеры. То есть при большом желании можно развить, конечно, очень сильную конспирологическую теорию. Одно понятно, что все, что они городят, оно не клеится, потому что либо они абсолютно беспомощны по отношению к вооруженным людям, даже небольшой группе, то есть они могут и набрасываются с большой прытью исключительно на безоружных протестующих, на женщин, например, стоящих с одним листочком белой бумаги. Вот тогда они впятером наваливаются и заталкивают их в автозаки, потом впоследствии обвиняя в экстремизме, например. А как только оказывается вооруженное сопротивление, то они 10-й улицей обходят это место, давая злоумышленникам скрыться. Это просто как минимум. В таком случае опорный пункт, который находился в Крокусе, бездействует. За 1,5 километра оттуда дислоцированная целая часть Росгвардии или ОМОНа бездействует. Соответственно, все остальные службы, которые звонят, трезвонят и требуют защиты, оказавшиеся там люди не добиваются никакого результата, и при этом, при всем мы видим результат с другой стороны. Мы видим, что накануне Путин произвел самую массированную зверскую атаку, выпустив по территории Украины огромное количество ракет, и большая часть из них была направлена им сознательно на Днепрогэс. Как известно, попытки разрушения таким образом дамбы приравниваются практически к использованию ядерного оружия. Слава богу, замысел не удался, но тем не менее я бы хотела подчеркнуть, что если при взрыве Каховской ГЭС он для своего люмпен-пролетариата пытался какую-то версию преподнести, что, дескать, там могут быть какие-то варианты, то в случае направленного обстрела ракетного дамбы Днепровской ГЭС вариантов никаких нет. И представьте себе, после этого на следующий день происходит теракт в Крокусе, который почему-то в медийном пространстве затмевает, особенно в западной прессе, события, которые происходили накануне и которые могли бы произвести к гораздо большим, то есть к огромным, колоссальным жертвам. Дальше он не останавливается, он продолжает свои обстрелы, то есть вчера трагедия в Харькове, я приношу свои самые глубокие искренние соболезнования всем пострадавшим. И у меня просто нет слов от боли, от негодования, от отчаяния и от жажды возмездия за все это. Но в то же самое время мы должны признать, что шум, который создан вокруг теракта в Крокусе, и который, конечно, он, конечно, жестокий, и многие приносят свои соболезнования тем, кто решил пойти, несмотря на все предупреждения, на концерт, потратил много денег на билеты. Но как ни крути, конечно, это мирные люди, несмотря на то, что они своей экономической деятельностью очевидно поддерживают преступную путинскую военную машину. Лучше бы они пошли на митинг против войны вместо этого концерта, но оказавшись там, вот
в таком беспомощном положении, они пережили трагические мгновения. Хочу напомнить, что Украина это переживает уже третий год, и в Украине люди не знают, проснутся ли они на следующий день, и тем не менее находят в себе силы к сопротивлению, к тому, чтобы перебивать хребет этой циничной, омерзительной путинской военной машине. Поэтому те, которые не дождались помощи и там, находясь в этом Крокус-Сити, возможно, проклинали последними словами российскую власть, вот было бы неплохо, если бы они сделали определенные выводы из того, что произошло, когда я говорила, кстати, находясь у вас в студии, что возьми там во время акции «Полдень против Путина», которая, естественно, провалилась усилиями большинства блогеров-миллионников, которые погнали без опознавательных знаков просто какие-то очереди зачем-то в эти порталы в ад узурпации, то есть на избирательные участки, на которые я призывала ни в коем случае не заходить. Но вот если бы они были бы активнее, проявили бы хотя бы вот некоторую прыть, или вдруг бы люди, имеющие право на огнестрельное оружие, его бы продемонстрировали, или даже бы хотя бы раздалось несколько выстрелов в воздух, вот теперь уже после того, что произошло в Крокусе, я могу заявить о том, что любые опричники Путина, вся эта его силовая структура разбежалась бы, куда глаза глядят, и никто бы не стал защищать ни преступный путинский режим, ни вообще подвергать себя малейшему риску. Вся эта раскормленная его силовая структура, судя по всему, она гоняется исключительно за безоружными и за теми, кто не может им оказать никакого силового сопротивления, как только дело касается чего посерьезнее, их не могут дождаться и добиться от них исполнения их прямых обязанностей. Но это как минимум. А второй вариант – это если там все же таки была какая-то продуманная цепочка действий, и, возможно, конечно, они не знают все присутствовавшие, в том числе в этом зале, силовики. Возможно, это, конечно, исключительно секретное мероприятие, которое проводили, например, Путин с Патрушевым, так же, как с рязанским сахаром это было, когда Путину надо было взгромоздиться в первый раз на трон. Но как результат он получил то, что ему буквально на следующий же день, после того, как он отдал приказ бомбить Днепрогэс, что, еще раз подчеркну, приравнивается к применению ядерного оружия, на следующий же день после этого ему начали, видите ли, звонить с соболезнованиями из разных стран мира. Ну, слава богу, не из всех, но тем не менее многие выразили это, тем самым фактически еще накануне они собирались выразить сомнения в легитимности, кто-то даже откровенно хотел просто не признавать эту узурпацию, то есть говорить о том, что это, вернее, как называть это узурпацией, не признавать Путина никаким там президентом. А тем не менее, после того, как это случилось, соболезнования начали выражать. То есть как ни крути, свои какие-то небольшие уже выгоды он таким образом получил. И вот теперь большой вопрос, какие еще выгоды он хочет таким образом для себя извлечь. То есть теперь ему нужно каким-то немыслимым совершенно способом попытаться для начала сознании люмпен-пролетариата россиян при помощи пропаганды, а дальше, возможно, при помощи агентов влияния, вот каким-то образом распространить по, так сказать, земному шару вот эту чушь, эту клевету, этот бред собачий по поводу того, как бы это все, вот так бы это все переплести, чтобы хоть кто-то поверил в так называемый украинский след, которого там нет, не было и быть не может. По многим причинам эти комментарии давали и высокопоставленные лица, украинские военно-политическое руководство. Это уже много раз обсуждалось, да и это в принципе само по себе является очевидно совершенно даже для внутреннего российского потребителя. А все вот равно я хотела спросить, о внутреннем потребителе, как на него это действует? Там могут этому поверить или никто этому не верит, как вы полагаете?
Я думаю, что они предпочитают, судя по тому, как они себя ведут, исключительно как крепостные, не связываться вообще. То есть раз им говорят в качестве их этой пропаганды, как это политруки какие-то там, потому что уже даже это не журналистика, это агитпроп в чистом виде. Вот что они там говорят, то они пытаются как могут запомнить и воспроизвести для того, чтобы не привлекать лишнего внимания. Конечно, они в это не верят, в большинстве своем, но им это невыгодно. А есть, знаете, такие со стокгольмским синдромом, которые в какой-то момент начинают убеждать самих себя от страха. То есть это психопатологии, понимаете, различного характера и различных форм. Но тут надо просто понять, что если он уже извлек, казалось бы, из этой совершенно немыслимой ситуации для себя какие-то выгоды, то есть еще раз зашумел свои собственные атаки, сколько уже на этой неделе он устроил атак ракетных, и не только, сколько обстрелов, сколько горя было посеяно вот его армии оккупантов в Украине, это все в прессе как бы уступило в мировой, я имею в виду, на некоторое время место вот этому произошедшему теракту. Все бросились обсуждать, как, откуда, что и почему. Несмотря на то, что даже ответственность за это уже взяли, соответственно, вот в этом крыле, по-моему, ИГИЛ-КА оно называется, несмотря на это, Путин продолжает городить свою ахинею, которую он очень любит, в принципе, городить, пытаясь максимально как-то вот именно что для себя какие-то выгоды извлечь, даже там, где, казалось бы, это просто невозможно. Но видите ли, как? Я думаю, что, понимаете, его остановить может исключительно только грубая сила. Но нету способа, нету аргументов, нету... Это такой тип преступника, называется экстернал в криминалистике. Это когда, понимаете, до последнего момента вот такой типа Чикатилы. Он до тех пор, пока его уже не поволокут непосредственно вот там, не знаю, тогда, по-моему, что это было, электрический, не помню, расстрел тогда был или что в Советском Союзе. Но до тех пор, пока уже не поведут туда, он будет обвинять в происходящем всех. Школу, родителей, значит, плохое окружение, каких-то там сверстников, работу, каких-то своих сослуживцев, еще кого-то. Все вокруг будут виноваты, а он будет по-прежнему утверждать, что вот эта его искаженная картина, которую он рисует своими черными кровавыми красками, она и есть вот та картина, которую он всем пытается навязать. То есть это все можно остановить только превосходящей силы. Иной раз военные используют термин «превосходящей агрессии». Но я считаю, что большие успехи достигнуты именно, я уже это упомянула сегодня, в разрушении российской инфраструктуры нефтяной. И это, конечно, для Путина, в общем, кровь этой преступной войны. Дальше надо, не останавливаясь, несмотря на все попытки вбросов о том, что, дескать, значит, кто-то кого-то может остановить. Это абсолютно легитимные цели для Украины, хотя я не утверждаю, что и кто это делает. Вполне возможно, это действительно сходит благодатный огонь, отвечая на молитвы праведников. Поэтому я просто хочу подчеркнуть, что 15% инфраструктуры уже не работает, когда цифра приблизится к 25, это может быть достигнуто одним попаданием в Киришинефтеоргсинтез, таким образом, допустим, в башню гидрокрекинга, это остолбенит, все это парализует на долгие годы, возможно, навечно. И это, я думаю, самый лучший вариант. Эти, в принципе, карты с нахождением этих всех, кстати сказать, благодаря спутникам, хорошо видны. Я думаю, что продолжать надо только в этом духе. И, кстати сказать, мне было интересно прочитать и увидеть, как военный эксперт Игаль Левин говорит ровно то же самое. Вот что чем больше будет поражено вот этой крови преступной путинской войны, то есть нефтяной российской промышленности, тем быстрее
Путин либо будет вынужден капитулировать, либо просто вся его эта преступная экономика ляжет на лопатки, и тем более еще быстрее произойдут процессы по дезинтеграции, и вместо этого террористического консорциума на одной восьмой части суши возникнет много новых государств, может быть, 20 или больше. И вот тогда уже, наверное, можно говорить о том, что с ними будут какие-то дальнейшие диалоги вот с этими 20 или больше странами. Спасибо огромное, спасибо. Вы знаете, так много вопросов еще хотела с вами обсудить, но такие были глобальные вот эти первые темы, что только вот на них хватило времени. Но всегда-всегда рады видеть вас в эфире Freedom. Я напомню, что Мария Максакова, оперная певица, была в нашем эфире. Благодарю.